И к другим темам. Серийные грабители задержаны в Дербенте. Грабили они в основном магазины и аптеки. Так, в феврале этого года двое молодых людей взломали рульставни магазина и вскрыли монтировкой пластиковую дверь. Затем проникли в него и похитили продукты и табачные изделия. После чего им удалось скрыться. Спустя несколько дней подозреваемые попытались совершить еще одну кражу. Однако сотрудники полиции оперативно отреагировали на поступившее сообщение о попытке взлома магазина. Злоумышленники были задержаны. Как оказалось, данные лица и раньше совершали аналогичные преступления. Незаконно проникнув в помещение аптеки, они похитили 20 тысяч рублей, а также в результате очередного налета на магазин успели завладеть денежной суммой и табачными изделиями. Следственным отделом МВД России по городу Дербент возбуждены уголовные дела в отношении двух мужчин по признакам преступлений, предусмотренных по части 3 статьи 30 и по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Предполагаемые преступники наживались на серийных кражах. В сферу деятельности грабителей входили в магазины и аптеки. В настоящее время молодые люди задержаны. Расследование уголовного дела продолжается.